Доброго дня, дорогая церковь! Я рад приветствовать всех вас, дорогие братья и сестры, особенно тех, кто на первом ряду, потому что сегодня это ваш день, ваш праздник, и мы тоже хотим испытать эту радость, радость, которую испытывают сегодня небеса. В Евангелии от Луки, в 15 главе, повествуется о трех иносказаниях, о трех притчах. Это потерянная овечка, потерянная драхма и потерянный сын. И все эти притчи объединены радостью, потому что всегда сказано, что возрадовались, когда нашлась овца. Женщина возрадовалась и поделилась этой радостью, когда нашла монету. И, конечно же, отец возрадовался, когда его сын вернулся. Небо радуется, потому что сегодня вы будете свидетельствовать о своей вере, потому что сегодня вы будете говорить: «Господи, отныне и навеки мы Твои». И Библия говорит, что большей радости нету. Самый большой повод для радости – это когда грешник раскаивается и приходит к Богу. Бог радуется и ликует. Поэтому и церковь сегодня тоже радуется. Я хочу пригласить наших дорогих кандидатов на крещение, чтобы вы вышли сюда и после исповедания веры вошли в этот наш Иордан, который приготовлен для вас, чтобы каждый из вас мог заключить завет с Господом. Поэтому приглашаем сюда к нам Парфентьева Анатолия Ивановича, община Люберцы. Пожалуйста, можете вставать и проходить сюда, чтобы быть первооткрывателем сегодня. Пастором общины Люберцы является Павел Михайлович Бондарев. Мы рады приветствовать Скворцова Анатолия Григорьевича. Пожалуйста. Община Западная. Марии Мадебадзе, община Западная. И Зоя Мадебадзе, также община Западная. Пастором является Каминский Максим Михайлович. Мы рады приветствовать Копчинскую Наталью Александровну и Спрыгина Виталия Владимировича. Пожалуйста, проходите, чтобы быть вместе с нами. Община на Стремянном, пастор Анатолий Васильевич Зубач. Также приветствуем наших дорогих Черкина Анатолий Иванович, и это община Химки, Кулаксис Людмила, община Химки, и Лысянская Виктория Олеговна, община Химки. Ответственный пресвитер у нас Сергей Витальевич Загладкин. Сегодня он с нами проповедовал. Мы рады также его приветствовать. И община Сокол, Решетников Максим Александрович, пастор Джабир Исмаилович Исхаков. Пожалуйста, друзья. Я также приглашаю пастора общины Западная Максима Михайловича Каминского, чтобы он вместе с вами и церковью вспомнил наше вероубеждение в то, во что мы верим. Пожалуйста. Приветствую вас, дорогая община, дорогая церковь, всех гостей общины Замоскворецкая и в первую очередь наших дорогих кандидатов к крещению. Дорогие братья и сестры, все, кто сидит в зале, вы знаете, что до сегодняшнего дня, до этого момента, наши братья уже и сестры уже по факту, по чувствам нашим сердечным, они прошли исповедание веры, они исповедали свою веру в своих общинах, перед своими церквями. Но вновь перед крещением хорошо, когда люди свидетельствуют о своей вере в Бога. Поэтому, дорогие друзья, хочу обратиться вначале к вам, стоящим на сцене. Готовы ли вы засвидетельствовать сейчас о своей вере перед народом Божьим? Готовы. Дорогое собрание, готовы ли вы услышать исповедание веры стоящих на сцене кандидатов ко крещению? Аминь. Аминь. Дорогие друзья, хочу спросить вас, это торжественный момент. Верите ли вы в Бога Отца и Сына и Святого Духа? Аминь.
Принимаете ли вы смерть Иисуса Христа на Голгофе как смерть Божьего Сына за ваши грехи? Принимаете ли вы прощение грехов, которое предлагает вам Бог в этой жертве, в жертве Иисуса Христа? Аминь. Хотите ли вы получить от Бога сердце чистое и обновленное, сердце, в котором будет больше стремления к святости, к чистоте и к добру, чем к мирскому? Ищете ли вы этого? Дорогие друзья, хочу вас также спросить перед этим собранием о Библии. Верите ли вы в то, что это богодухновенное слово? Верите ли вы в то, что авторы священных писаний находились под особым влиянием Святого Духа? Готовы ли вы уделять время для того, чтобы читать, исследовать Библию, молиться Богу? Аминь. Вам знакомы 10 заповедей Божьего закона? Знакомы ли вам 10 заповедей Божьего закона? Принимаете ли вы 10 заповедей Божьего закона как руководство для своей духовной, морально-нравственной, личной, публичной жизни, для своей жизни? В том числе вы знаете, что одна из заповедей говорит о святости субботы. Седьмого дня недели как памятника творения принимаете ли вы и эту заповедь как часть своей духовной жизни? Да. Аминь. Верите ли вы, дорогие друзья, во второе пришествие Иисуса Христа? Да. Ждете ли вы Его возвращения? Как заулыбались наши кандидаты к крещению. Видно, что что-то особо дорогое коснулось сейчас их сердец. Друзья, когда будет у вас возможность рассказать кому-то о том, что Христос скоро придет, будете ли вы использовать такую возможность? Аминь. Дорогие друзья, вы знаете, что наша церковь живет, существует, осуществляет различные программы и социальные, и евангельские программы, благодаря тому, что мы поддерживаем церковь, возвращая то, что принадлежит Богу, десятину, принося пожертвования. Готовы ли вы продолжать таким образом поддерживать Божье дело и Церковь Божью? Аминь. Вы знаете, что ваше тело избрано Богом как храм, в котором должен обитать Святой Дух. Готовы ли вы прославить Бога заботой о своем теле, воздерживаясь от всего того, что может навредить вашему здоровью? Алкоголь, наркотики, табак. Готовы ли вы чтить Бога заботой о своем теле, о своем здоровье? Аминь. И, наконец, хотите ли вы заключить с Богом завет путем водного крещения по-библейски, путем полного погружения в воду? Хотите ли вы креститься? Да. Аминь. Хотите ли вы стать частью всемирного, вот этой всемирной семьи Божьего народа, частью церкви христиан, адвентистов седьмого дня? Аминь. Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, вы слышали исповедание веры кандидатов ко крещению. Принимаете ли вы их исповедание веры? Скажите аминь, если принимаете. Аминь, принимаете. Я поздравляю вас, дорогие друзья. Церковь одобряет. Церковь признает вас людьми, готовыми заключить завет с Господом. Это очень важно, потому что в Библии сказано, что Церковь Божья признает на земле, то будет признано и на небесах. Я приглашаю собрание помолиться перед началом обряда крещения. Отче наш, сущий на небесах, мы благодарны Тебе за то, что до этого момента, до этого часа
Многообразными путями Твоей благодати Ты ввел этих людей, и они пришли к этому моменту. Засвидетельствовали перед Твоим народом бесстрашно, перед ангелами Твоими святыми, перед Твоим лицом о том, во что они верят, о том, чего они будут держаться в своей жизни, о своих святынях, о своей вере, о своем уповании. Господи, а мы свидетелями были, свидетелями исповедания их веры. Мы благодарны Тебе за этот торжественный момент. И сейчас, когда наступает момент и минута, когда они войдут в водную купель, когда они крестятся, когда они заключат с Тобою завет, будь с ними, благослови их и всех нас, Господи, потому что для нас, для всех это большой день и праздник. Даруй нам радости, даруй нам, Господи, почувствовать особое вдохновение от того, что происходит. Если кто-то из нас еще не заключил с Тобою завет, Господи, даруй силы, мудрости и мужества принять это решение, войти с Тобою в союз. Благослови нас, Господи, на совершение этого святого обряда. Аминь. Присаживайтесь, дорогие друзья, вы в том порядке, в каком вы вошли на сцену. Пожалуйста, проходите к пасторам, служителям, которые вас ждут. Да, братья и сестры, именно в том порядке, в каком вы вышли на сцену. Спасибо, вы правильно меня поняли. Служители вас проводят к бассейну, где вы заключите завет с Господом. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими. Дорогой брат Анатолий Иванович, на основании твоей веры и на основании того исповедания, которое услышали мы, все это собрание, мы крестим тебя во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Слава Богу. Аминь. Вы соль земли. Если соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям? Но вы свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы.
и, зажегши свечу, не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике и светит всем в доме так, да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли бы Отца вашего Небесного». Дорогой брат Анатолий, на основании твоей веры и на основании того исповедания, которое слышало все это собрание, мы крестим тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 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 Слава Богу. Можете смелее выражать свои чувства, дорогие братья и сестры. Аллилуйя! 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 Давайте, дорогие братья и сестры, договоримся, что когда следующий человек встанет из воды, мы вместе громко скажем, что скажем? Аминь. Аминь. Вот, хорошо. Дорогая сестра Мари, на основании твоей веры и на основании того исповедания веры твоей, которое слышали мы все, все наше собрание, мы крестим тебя. Крестим во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь, аминь. Слава Богу, слава Господу. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Вы слышали, что сказано древним? Око за око, зуб за зуб. А я говорю вам, не протився злому. Кто ударит тебя по правой щеке, обрати к нему другую. Кто захочет судиться с тобою, отдай ему верхнюю рубашку. Просящему у тебя дай. Вы слышали, что сказано, люби ближнего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам, любите врагов ваших. Дорогая сестра Зоя, на основании твоей веры и того исповедания веры, которое слышало все это собрание, мы крестим тебя во имя Отца, во имя Сына и во имя Духа Святого. Аминь. Аминь, аминь. Слава Богу. Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас, молитесь за обижающих и гонящих вас, и тогда вы будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу восходить над злыми и над добрыми, посылает дождь на праведных и неправедных, а если будете любить только любящих вас, какая вам награда? Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш
небесный. Дорогой брат Виталий, дорогая сестра Наталья, на основании вашей веры и того исповедания вашей веры, которое мы все слышали, мы крестим вас во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. Слава Богу. Аминь. Аминь. Смотрите, не творите милостыни вашей перед людьми с тем, чтобы они видели вас. Иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою. Истинно говорю вам, те, кто трубят, уже получают награду свою у тебя же. Когда творишь милостыню, пусть левая рука не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах, на углах улиц, останавливаясь, молиться долго, чтобы показаться перед людьми. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою, запри за собой дверь, и Отец, который в тайне, который видит тайное, воздаст тебе явно. Дорогой Анатолий, дорогая Людмила, дорогой брат, дорогая сестра, на основании вашей веры, и исповедание веры, которое слышало все наше собрание, мы крестим вас во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 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 Слава Богу. Слава Богу. Когда вы молитесь, не говорите лишнего. Язычники думают, что в своем многословии они будут услышаны, не уподобляйтесь им. Ваш Отец знает, в чем вы имеете нужду еще прежде вашего прошения. Молитесь же так. Отче наш, сущий на небесах, да святится Твое имя. Да придет царство Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам, и прости долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь от лукавого, ибо Твое есть царство, сила и слава вовеки. Дорогая сестра Виктория, на основании твоей веры и исповедания твоей веры, которое слышало все наше собрание, мы крестим тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. Слава Богу. Аминь. Аминь. Слава Господу. Не заботьтесь и не говорите, что нам есть, что пить, во что одеться. Этого ищут язычники. И потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом, ищите прежде всего Царства Божьего и Его правды. И это все приложится вам. Дорогой брат Максим, на основании твоей веры
Исповедание веры, которое мы все слышали, мы крестим Тебя во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. Слава Богу, аминь. Аминь. Слава Господу. Дорогие братья и сестры, пока наши крещенные, новорожденные переодеваются, мы прославим Господа, исполняя гимны, слова которых будут высвечены на экранах. Богом мне дана. Читала мне тогда, не забуду, не
никогда, как нам было с нею мирно хорошо. О, святая и живая книга Божия, люблю, люблю тебя. Ты дороже с каждым днем и ведешь прямым путем к чудной родине, где ждет Господь меня. Про Спасителя Христа все читала мне она, как любил, страдал и умер на кресте. Со слезами слушал я, помни, это за тебя, говорила мать, храни его в душе. О, святая и живая книга Божия, люблю, люблю тебя. Ты дороже с каждым днем и ведешь прямым путем к чудной родине, где ждет Господь меня. Это все прошло давно, но как дорого оно, и святая книга свет мне на пути. Слово Божие храню и Спасителя люблю, по стопам Его всегда хочу идти. О, святая и живая книга Божия, люблю, люблю тебя. Ты дороже с каждым днем и ведешь прямым путем к чудной родине, где ждет Господь меня. Есть на небе страна. Есть на небе страна, из жемчужин врата, золотые дома вдоль прекрасных аллей. В центре города протекает река, как кристалл чиста, течет в тени ветвей, а на деревьях страны постоянно цветы, круглый год плоды, зрея красят сады. Счастье там живет лучший в мире народ, и нет уж там ни горя, ни забот. На зеленом лугу, где левши плет траву, рядом с волком играет там дитя. Все леса и поля ожидают там тебя. Там отчизна твоя и моя. Но чтоб в город войти, нужно скорби пройти и не сбиться с пути, сорваться с тропы. Нужно не робеть, нужно в горестях петь и смотреть всегда на свет в конце пути. Там будет Петр и Фома и разбойник с креста, также будет там праотец наш Адам. Всех Христос простит, в город жить пригласит. В
город, где он сам как царь царит. На зеленом лугу, где лев щиплет траву, рядом с волком играет там дитя. Все леса и поля ожидают там тебя, там отчизна твоя и моя.
Дорогие друзья, мы бы слушали и слушали пение, да, не прекращая этот процесс. И, наверное, у каждого мысли о вечности, о том, как хорошо нам и приятно быть братья вместе. Но время идет, и день субботний приближается постепенно к концу. Сейчас наступает самая, наверное, приятная минута. Мы будем чествовать, поздравлять наших именинников, тех, кто родились сегодня. Я приглашаю всех, кто заключил завет с Господом, кто принимал крещение, выйти сюда на сцену. Пожалуйста, вот так вот все в ряд мы встанем. Дорогие братья и сестры, волнительный момент. Сегодня необычный день для вас, да? Необычный. И для нас тоже. Для нас необычный, мы тоже волнуемся. Мы радуемся вместе с вами. Так я говорю, братья и сестры. И сегодня у вас начинается уже первый день новой жизни. Конечно же, мы все рады, небо ликует, радуется, но кто-то и не очень радуется. И мы знаем, кто это, противник Божий. Вы знаете, я вот часто читаю этот текст, эти несколько стихов из Священного Писания для назидания, для наставления, для поддержки тех, кто заключил завет с Господом, потому что встречаются в жизни трудности, переживания, потому что есть противник Божий, которому не нравится то, что вы сегодня вливаетесь в его семью. И вот как слова ободрения, наставления, книга пророка Исаии, 43 глава с 1 стиха. Прочитаю. «Ныне же так говорит Господь, сотворивший тебя, Иаков, и устроивший тебя, Израиль, не бойся, ибо я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему, ты мой. Будешь ли переходить через воды, я с тобою, через реки ли, они не потопят тебя. Пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя, ибо я Господь Бог твой, святый Израилев, Спаситель твой». Мне тоже когда-то давно-давно эти слова читали, и я их помню и постоянно делюсь этими словами, потому что очень хорошо они поддерживают и укрепляют. Господь говорит, я знаю каждого по имени. Он знает каждого по имени. Может быть, мы тут где-то кого-то и забыли, но есть те братья и сестры, кто из ваших общин, конечно же, мы помним. Но Господь знает всех, знает каждого. И Он говорит, что волос с головы не упадет. Поэтому, дорогие братья и сестры, будьте уверены в том, что Господь всегда поддержит, Господь всегда укрепит, и испытания, которые будут встречаться в жизни, не будут сверх наших сил. Об этом говорит апостол Павел в первом послании к Коринфянам. Сейчас я хочу подать вам руку братского общения и поздравить вас со столь знаменательным событием, которое сегодня произошло в вашей жизни. Я попрошу нашего брата, служителя церкви,
после церемонии поздравления совершить молитву. Перед молитвой попрошу собрание встать. Я думаю, это первая молитва уже в семье. Давайте помолимся. Отец Небесный, наш дорогой Господь, милосердный, милостивый наш Бог, наш любящий Творец и мудрый Спаситель, мы благодарны, что являемся сегодня свидетелями и очевидцами этой радости, которая наполняет это место, радости, которой переполнено сегодня небо. Мы благодарим, Боже, благодарим за Твой подвиг, который Ты совершил 2000 лет тому назад, и он и сегодня в действии. Сегодня эти братья и сестры, которые сегодня заключили с Тобой завет, Господи, они крестились в Тебя, в Спасителя, в того посланника неба, который пришел примирить нас с Тобой, Отец, примирить нас с небом. И мы преклоняемся и благодарны Тебе, Господи, за тот Твой поступок, за Твой подвиг, который Ты совершил на Голгофе. И, конечно, просим Тебя, Господи, благослови жизнь всех тех, кто сегодня заключил с Тобой завет. Благослови их труд, благослови их пути, благослови их деяния, и пусть отныне жизнь их будет примером для многих. Пусть они будут письмом открытым, который Ты написал для этого мира. Благослови их жизнь, благослови их детей, их родителей, их семьи, благослови все, что у них есть, Господи, потому что отныне они дети Твои. За все Тебя благодарим и славим, наш добрый Бог, любящий Спаситель Иисус Христос, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Пожалуйста, проходите на свои места. В добрый путь с Господом и Спасителем. И всех приглашаем к пению гимна «Радость и благодарение». Да наполнит все сердца. Бог своими называет нас любовью Отца. Все вместе во славу Божью будем петь. Я приглашаю всех к личным тихим молитвам. В заключении будут прочитаны слова благословения из книги чисел. Скажи Аарону и сынам его: так благословляете сынов Израилевых, говоря им: да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Аминь. На этом наше богослужение подошло к концу. Есть возможность подойти к нашим крещенным, братьям и сестрам, еще раз поздравить, сделать фото на память. Всем приятного, хорошего вечера.